Тест на IQ. Пацаны, я окажусь умнее, чем вы думаете, блядь. А, типа больше 89, блядь. Я ж нарандомил тогда. Давай перепройду, слышь? Давай перепройдешь. Давай перепройду. Сейчас мем про 89 просто испарится. Какой там, блядь, синий сайт был, вот этот ты проходил? Не. Киньте ему сайт. Выберите ваше образование. Высшее техническое, блядь. Чё, выберите фигуру из 4 пронумерованного. В чем прикол, блядь? В чем прикол? Надо найти просто или что? Я думаю, уже меньше будет. Ты уже на первом вопросе послался. Да не, это неправильный тест IQ. Где мой тест IQ? Вот этот был. Тест что, метрика, что? Тест... Тестометрика? О, давай. Нормально. Ну, если что, это тест для детей, но... В чем тут логик? Я просто реально не понял. Тут все, ну, типа... Маленькая блядь. Звездочка, большая звездочка. А, стой, погодь, тихо. Все, реально, не Вась, не вот это ты хорош. Для дебилов. Подсказывайте, пожалуйста. В чем прикол? Да, а где круг, Михаил? А, ну вот, очевидно, что я туплю. Для детей точно, это какой-то мега тупой тест. От 7 до 16. Ну, по идее, кубик должен быть. Так, началось. Тупо какая-то началась. Васян, а это выше или нет? Выше, чем тут? Выше. Выше, дядь. Да, значит что? Давай, дядь, я верю в тебя. 4? Почему 4-то? А, ну о, да, блядь, пацаны, там... реально 4. Ладно, я не смотрю. Не, ну сейчас будет больше 89, чуваки, сейчас будет 100. Самые правые ячейки. Главное, чтобы потом понял, меньше не набрать, чтобы схват не переименовывать. Ну от 7 до 16 лет, я думаю, ты пройдёшь. Я правильно же нажал? Да, пацаны, правильно. Чё, Google? Ну, значит, вот так должно быть, ну. Что за дебильные тесты? Хуй на. А где поменьше? Ну тут типа маленькая, потом большая зарисованная, большая, и тут маленькая зарисованная должна быть. Чё-то не понял. А, вот большая, алё, я не увидел. Так, тихо. А вот. Так, треугольник, два треугольника. Ну, в принципе, логика понятна. А вот как вот это понять? А, ну вот, наверное. Треугольник, квадрат. Во, моё лого должно быть здесь. А, не... А, сейчас, погодите. На боку перевернуто вниз. И что? Вот так должно быть. Круг, квадрат, квадрат. Что? Ну, вот это. Так, значит. А-а-а! Нихуя! Сейчас, смотрите. Вот это должно быть тут. Ага, направление сменилось. Значит, соответственно, вот так должно быть. Тут главное не проебаться с расстоянием. Вот это, по-моему, ближе. Погодите, где она была? Белая идет вниз, по идее, вот. Так, вот так, так. Ну, очевидно, что... А вот тут хуй поймешь, потому что... А, ну, половина должна быть от квадрата. Значит, вот это следующее. Че попердуешь, бля, лох? Давай, проходи. Так, 3 треугольник. 4. А где большой треугольник? Сколько углов? Логично. Значит, 3 угла, треугольник, 4 угла, это квадрат. Так. Значит, стрелочка сюда, стрелочка вниз. Так, на... Пойми, сколько часов, неважно это. Я туплю, погодите, я так устал. Сейчас энергетик открою, решу, блядь. Хватит писать, чат. Ты не смотри. Да пусть не пишут. Ты посмотрел же уже. Да, я уже посмотрел. Я пытаюсь теперь просто понять. Это второй. Почему? Я просто пытаюсь логику понять, как перевернуто. Оно, по идее, просто вверх встает. Соответственно, если эта фигура встанет здесь... Да все логично будет. Ну да. Вверх, вниз, вверх, вниз. Какая из фигур должна... Да. Так, значит, круг, ага, тут круг. Бля, вот это пиздец сложно. Круг. А, нет, это не сложно. Он просто развернулся. Что-то я туплю, пиздец. Я логику не понимаю вот этого. То есть, ну, круг, полосатый, квадрат. Квадрат, круг, полосатый. Круг, квадрат, круг. Соответственно, должен быть, наверное, хоть раз квадрат полосатый. Есть такой? Нет такого варианта. Значит, неправильно. Посмотри расположение этих. Заткнись. Я смотрю расположение. Я смотрел сейчас на квадрат, как расположен. Нет, здесь какая-то другая логика, что-то не понимаю. Ты понял? Ну ты уже чат посмотрел, ну, да. Блядь. Конечно, понял. Нет, я понял. Чекай, чат закроет, сейчас я обосыться.
Я понял. Это ползунок, который вниз смещается. Квадрат, вот он этот квадрат, и дальше повторение идет. Круг. Далее опять квадрат. Вот, вот этот круг, который заканчивается. Вот он круг. Квадрат следующий, который вот он. Далее круг. Соответственно, дальше должна быть в центре полосатая хуй, вот эта хуйта. На одно смещение идет. Соответственно, круг, полосатый круг и квадрат. Да. Хорош. Не, я что-то очень долго думал, правда. Просто логику надо понять. Какая фигура должна находиться в самой правой ячейке со знаком вопроса? Соответственно, верхняя должна вправо смотреть сейчас. Сейчас проверю еще раз. Начинается все с этой стрелки, которая выравнивается на эту. Далее эта стрелка передает на эту стрелку. Вот она. И эта стрелка должна передать на эту стрелку. То есть он должен вообще законченный быть. Треугольник. Вот он, третий вариант. Должна находить... Так, это геймпады от PlayStation, понял. Так, к примеру, представим, что у нас крестик. Крестик ползет вниз, крестик ползет вправо. Потом крестик должен встать на место верха. И сместить треугольник вместе с кругом. Вот он вариант. Какая фигура должна находиться в самой правой ячейке со знаком вопроса? Круг, палочка, крестик. Ну, уменьшение, скорее всего, да, идет? Ой, вот это сложно. Круг увеличивается, становится большим, появляется квадрат. Должно идти в обратную сторону. С крестиком, соответственно, что-то должно быть. Тут вот квадрат, квадрат появляется большой. Соответственно, крестик должен быть большой. Нет, стоп. Если в обратную сторону, крестик должен быть, наоборот, маленький в углу. Где он? Круг! Увеличенный круг и квадрат. А, тут цепь, не, тут x, цепь, x, да, x тут цепь, цепь не закончена. Все правильно я, значит, сказал. Крестик и... Слушайте, ну я ж правильную логику принял. Тут нету этого варианта, я думаю, больше, чем этот сайт. Логика такая, круг увеличивается в следующем ходу. Большой крестик, маленький треугольник. Так, большой крестик должен быть. Другой вопрос, под каким углом это должно быть? Вот так, скорее всего, должно быть. Так, вот вы опять ему подсказали. Закрываю чат, сидит, читает. Да, а ну выйди из стрима отсюда, баб. Я сейчас посмотрю, как ты эту хуйню пройдешь. Вы сказали, что это четвертый вариант. Я не понимаю, почему четвертый. Ну что в первом видишь, как она расположена, вы втором. Ну. А, соответственно, аналогия снизу. Типа их снизу и треугольник тоже снизу. Ты ебобо? Оно идет по диагонали. Оно начинается, видишь, с маленького. Оно идет слева, в центр и увеличивается. Вот оно вышло сюда, в центр, я блядь. Далее. Пройти, с этого фигуры. Угла оно почему-то центр вот сюда. Крестик, очевидно, будет большой. Вопрос, с какого хуя треугольник будет здесь? Что за тупость? Нигде схожести нет с этим. Если тут появляется справа, тут... А, понятно. Там сверху, там сверху, там сверху. А, все, я догнал, короче. Они тесты простые, просто надо додумываться, в чем логика. Скобочка в круг, соответственно, треугольник должен объединиться. Так, стоп. Вот тут справа должно быть, вот это. Да закрой ты еб... Ты можешь не подсказывать справа! Никакой вариант! Я говорю, вправо, хотя не... Какой справа? Я сам логику провожу. А, затупил, я чат закрыл, сидит, я сам логику провожу. Сначала решает чат, потом Дрейк такой, так, 4, почему 4? А, легко, реально. Ну ты тупой, Вова. Ой, ебать, пошла полная. Вот как я эту кашу-малашу должен понять, что здесь произошло? Ну чё, понял, Дрейк? Подожди, бля. Ага, подожди. А чё, чат открою, поймешь? Все, на этом моя как бы логика уже заканчивается. Осталось только понять, что у меня 120 IQ. Как мне заебало эта хуйня. Да. Пацаны, я пытаюсь понять все еще. Квадрат такой. Ну его нахуй, разъебу все шары. Улетел вправо, потом почему-то два их появилось. А, стоп, ты понял, Дрейк? Посмотри на эти кружки, они уменьшаются, превращаются в другие фигуры. Нужно понять закономерность, почему именно в эти они превращаются. Смотри, на первом 5 кружков, на втором 4. Потом 4, да, потом 3. Потом 3, и все они превращаются... Должно быть 2, значит? Должно быть 2, да, кружка, по идее. Все правильно, ну, да. Ну, 5, нет, вон там 2 кружка. Смотри, и еще во второй нет, тоже. И во второй тоже есть. Так, кружок превращается в один крестик и в один квадрат. В один крестик, в один квадрат и один кружок. Соответственно, должно быть 2 кружка, 4 квадрата, блядь. 4 квадрата, 3 крестика. 3 крестика вот, там. Вот, это второй вариант. Мне 16. Мужской. Стрелялки. Если сейчас меня попросят отправить смс, я его рот. На номер. Угу. А-а-а! 127. Какие вопросы? Я в прошлый раз начал просто на рандом ярить, поэтому 89 получилось. Сейчас я подумал. Убил до ***ча времени, но подумал. Правда, для детей от 7 до 16.
Но это не важно. Я для 16 лет просто гений. Я и выгляжу на 16, а все хорошо со мной. Хотя мне 22 скоро. Ну давай, давай, Дрейк, давай. Смотри, чекай тестик классный какой, а. Квадрат вправо снизу. Да, давай. Ты мне будешь говорить? Не, я не буду типа. Я всем доказал, что я умнее, чем 89. Потом решу это. Ты мне еще хотел Дрейка дать, эх. Ну, он тупой, да, к сожалению, Мегер. Ну, это правда. Ему 16 просто. Я его же тест для не... Бля, это за 6 лет. Я умнее тебя в 16 лет. Вот ты был 16, я тебя сейчас... Дядь, я чат закрыл, и ты сосать начал. Я сразу... Ну, я в конце провел логику и понял. Да, послушав меня. Ты мне объясни логику, я... 127.